Всем привет! Сегодня я к вам с заказиком с компании Faberlic. Первый по традиции новый каталог. Очень интересно будет полистать. Сейчас уже есть странички с ароматами, как Вайван. Это круто. Можно по пробникам узнать, что как пахнет. Стандартные покупки. Обожаю средства для мытья посуды. Две новинки для меня. Ничего сказать не могу по ароматам. Это у меня против сложных загрязнений лимон и мята. И должно быть бальзам для мытья посуды. Именно миндальное молочко. Я думаю, он будет кремовый. Если будет интересно, напишите про эти вот конкретно для меня новинки. Как они мне понравились или нет. Пишите. Расскажу где-то в блоге. Тоже стандартная покупка уже много лет. Это стиральный порошок. Горная свежесть на этот раз взяла. И всегда беру универсальный. Немножко вот так выглядит. Надолго хватает. Бюджет не стоит. При этом, что он безопасный для здоровья. А по цене получается, что брать в магазине большой. Далее я взяла себе вот такой вот крем для лица с SPF 50. Планирую осенью заказать себе белендовскую сыворотку с миндальной кислотой. Там обязательно SPF защита. Почитаю, подходит ли этот кремик. Надеюсь, что да. Буду его наносить в комплекте с... зафольгирован. Это очень приятно, очень круто, потому что здесь вы видели такая себе упаковка. Буду пробовать. Надеюсь, SPF действительно 50. Знаю, Faberlic крема для лица классные. По распродаже взяла себе вот такой вот мист. Этот аромат апельсина и ваниль беру первый раз. Какой свежий, какой приятный. Вот сейчас очень жарко, чтобы не использовать крем для тела, использую мист. Две мерные ложечки, это стандартно к стиральным порошкам. Также по акции Beauty Cafe не первый раз беру. Вот такая маленькая водичка на работу, в сумочку кинуть. Есть еще меньшие форматы, но и этот тоже для любой сумочки подойдет. Такой пудровый аромат уже взяла на осень, потому что у нас день жара, день холодно. Были уже такие супер аномальные холодные дни. Вот так выглядит флакончик. Так. Да, такой свежий пудровый аромат на работе будет идеально для сумочки. И проходила какая-то акция по 33 копейки. Гель для душа, крем для рук и бальзам для губ. У меня это банановый мусс. Какой приятнейший аромат бананового такого пироженка, по крайней мере, в геле для душа. Очень довольна. Еще была супер распродажа за 30 гривен. Кофта и вот такая юбка. Обычная трикотажная на резинку, у меня 44 размер, должно подойти. Да, не супер качество, просто обычная хэбэшная, но за 30 гривен идеально шито, потому что Faberlic все идеально шьет. И кофта за 70 гривен, сейчас вам покажу, я просто не смогла пройти мимо таких цен. Так вот, цвет такой красивый. Думаю, вы в каталоге видели. Смотрите на распродажи, потому что цены обалденные. Вот такой у меня офигенный заказ. Я очень довольна. Если вам понравилось, вас пальчик вверх. Подписывайтесь. Всем пока-пока. Делаю вам обзор юбки. Ближе показываю. Очень мне понравилось. За 30 гривен. Такая хлопковая ткань. По-моему, здесь в составе в основном хлопок, да. 95% на резиночке, многим подойдет, идеально все вшито. Также, как могу сказать, и за блузку, посмотрите, какой приятный цвет, очень красиво выглядит и шито идеально, и за 70 гривен прям подарок. Вот такой был заказик удачный от Faberlic, если вам понравилось, с вас пальчик вверх.